Кошмяк. Наверное, зверюшка с большими ушками. Страшненький. Кошмяка – это соковыжималка. Кошмяк – это такие звери. Они умеют бегать и кусаться. Это профессия, чтобы животных, чтобы кожу мять и чтобы она была ровной. Кошмяка. Это вот эта кожа мягка. Кошка мягка. Это девочка с длинными волосами, красивым платьем и накрашенной губы. Фрейн – это такое есть имя для девочки. Фрейн – это Селена Фейли. Фрейн – это такая профессия, чтобы убивать животных и добывать еду. Фрейя – зубная фея. Она забивает зубики, вместо этого кладет под подушку. Монетку. Цирюльник – это животное, похоже на льва. Не пушистый. Ну и маленькие зубки, и он быстро бегает. Цирюльник – это цирковой клоун. Цирюльник – цирюльник сочеропы. Он в садике работает. Цирюльник. Я думаю, что это в тюрьме сидит очень много годов. Мальчик, это девочка, это значит он цирюльник. Это в лесе живет, бегает быстро, дикий, кусается больно. Такой человек, какой рубает лес. Зачем-то сделать дом. Вин ямы в лесе. Лесоруб – это профессия, чтобы добывать деревья, чтобы их потом поить, чтобы печки работали. Лесоруб – это кто срубает деревья, чтобы сделать из них бумагу. У него нарисованные глаза, похожи на камень. Он для украшения, на нем играется. Визирь – это кисель. Визирь. Він прячеться від людей, тому що він не боїться. Это такой человек, кому очень-очень много раз везет. Бог подає удачу. Все – это кто, кому все время везет. Хетьман – мальчик. Медленно ходит, не умеет бегать. И с ним это, потому и неинтересно играть в догонялки. Он очень спокойный. Хетьма – это обычная ведьма. Хетьма – за людина, яка летает. Это такой супергерой. Хетьма – это самый главный казак был. Хетьма – это кто Бэтмен? Супергерой. Это животное, похоже на птичку, большим дёбом, и летать не умеет. Чумак – это такие чипсы. У него тоже большой нос, и он может набрать носом воды. Чумак – это людина, какая очень чумашая. Много ясно знается на все тело. Чумак – это маг. Он великий, это волшебник такой, чтобы за всеми следить.